давали имя Мурат. Мурат об этом потом, наверное, мама его рассказала, знает. И утром, в воскресенье, по-моему, это было, или в субботу, папа говорит маме, мы едем в Меркегор, ты едешь? Она говорит, нет, Өздері бара беріндер, мұратымдан шығындар. Просто, себя успокойте ли, что-то такое. Я говорю, тогда, когда он был там, он намекнул, что у него есть. Потому что Мухтар Аға знал, что есть вещь. А где рукописи сейчас? Она есть вообще? Рукопись? Да, рукопись, вот же, Ильф же говорит, что... Люда, он сам принес, отдал Хадиме. Это уже попозже. Музей города Толдыкой. На 80-летие лично я подарил. И она там лежит. Была в экспозиции. И сейчас она стала уже... Ну, реликвия просто. Реликвия? Не, ну, как говорится, я на совсем подарили ему. И она там лежит. Прямо как вот можно, если уже раз я встал, то извините. Конечно, конечно. Я просто мне вот в связи с этой историей скажу. Же... Потому что я ее, о ней мы разговаривали с Мажит. С вашим старшим братом. Известнейшим кинорежиссером нашим. Сегодня кроме... Шакиная мама вроде режиссера. Я вам скажу, что вот было 2-3 ярких имени в казахском кино. И среди них вот Мажит Бегалов. И мы с ним как раз беседовали об этом, рассказывали. Ну, он мне рассказал. А то, что вот я помню, вот Ильфу уже сказал, а в один из вечеров он пришел. Все-таки маме принес эту вещь. Это был маленький период, пока вот Ильфа, наверное, просто упустил. Справка о реабилитации пришла, а сохранился ли архив, стало известно через 2 месяца. Ну, полтора месяца. Тут проходил какой-то... Но уже мама была в этой комиссии по изданию труда и так далее. Вот, и они все... Очень беспокоились, что нет рукописи или текста Кулагина. Потому что в библиотеку обращались и так далее. Ильфа говорил уже, что отдельную книжку он не вышел. Вот. И не было этой. Вот она, да, она так переживала за то, что Кулагина вот, не может найти и так далее. Вот тогда Сапакир пришел в один из вечеров. И у нас был двухуровневый домик на Мира, вот там наверху они чай пили, и он подарил. А как обращался с этим сам Сапакир в семье, это вот Мажит мне рассказывал, да, потому что я так помню, нас к этим подушкам не подпускали. Вот. И даже когда менялись эти покрывала, все-таки 20 лет, да, какими бы они ни были там этим, супругу даже свою не подпускал. Он не подпускал не потому, что, я так думаю, не доверял. Он не подпускал просто для того, чтобы они при всех обстоятельствах не были замешаны в том, что хранили врага народа и так далее. Оберегал семью свою, понимаете, в этом плане. Поэтому он не откровенничал, ничего, понимаете. Вот. А сейчас находится в Талдыкургане, это можно? Спасибо.